стадион «Локомотив», он сохранял на протяжении всего чемпионата мира статус резервной площадки. И фактически сегодня для данного объекта это первое серьезное испытание. И надеюсь, что данный объект приятно удивит и зрителей, и спортсменов своим качеством и в дальнейшем будет востребованным жителями города Воронежа. Конечно же, открытие такого объекта – это событие не только для жителей железнодорожного района, это большое событие для всего города Воронежа. Поэтому всех вас поздравляю с этим праздником. Надеюсь, что домашние стены принесут сегодня удачу нашей команде «Рубин» и будем все вместе болеть. Приходите на стадион «Локомотив», это теперь домашняя арена нашего футбольного клуба «Рубин», который представляет железнодорожный район на уровне области и города.